Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека. Сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Wardrop, или же попросту шкаф. Не помню, что-то в этом роде. Мы играем за нашего скелетика, и он рожден для того, чтобы, наверное, пройти все-таки эту игру. Давайте откроем холодильник, посмотрим. Очень большое количество здесь отсылок мы сразу видим. И сразу же Angry Birds, ёкарный бабай. Angry Birds, ребят, я не знаю, откуда это, но я где-то это точно видел. Вот это серьезно, это как-то стрёмно очень выглядит. Геймбой в камне... Честно, боюсь спросить, к чему эта отсылка. Господи, серьезно, эти мухи. Вы обязаны написать, к чему эта отсылка. Я стопудово уверен, что вы знаете, к чему. Я не буду говорить, вот серьезно, не буду говорить, потому что, ну блин, это мухи только в этой игре такие есть. Окей, что у нас дальше есть еще? У нас есть абсент. Можно взять абсент? Я хочу взять абсент. Во, шикарно, я забрал абсент. Пальчики. Get lost. Типа, уходи от нахрен от моего пива, но мое сердечко, китайская еда. Не, я думал, может кому-то отдать, что у нас тут жареная птица. О, господи. It's been slung directly into the oven. Eventually you end up like sweet and sour pork. Да-да-да. Окей, фу, какая гадость. Так, перчик. Перчик. Вон, у нас есть перчик, шикарный геймбой. Even if my social life isn't as active as before, I don't think I should squander it completely. Не знаю, это может быть, кстати, отсылка вот данные щупальца ко всему угодно, но давайте я предположу, что это просто отсылка к World of Warcraft, к Тун, все дела, древние боги, вот. Я так захотел. Ну, понятно, вот здесь у нас, естественно, Тетрис. Вот эти мухи, ребят, за вами. В комментариях за вами эти мухи. Я уверен, что вы должны догадаться. Ну, блин, это офигенная отсылка, прикольно, молодцы. Что у нас тут еще? Китайская еда, все, ничего не можем больше взять. Да, пошли смотреть. Тут мы тут все посмотрели. Я не знаю, с этими стоит вообще разговаривать, давай попробуем. На Юду посмотрим. I didn't know he was a Sauron adept as well. It's strange Tolkien never mentioned him in any of his books. Ну пират, ну не плачь, если вы. This is the sort of unexpected surprise that suddenly earns Christianity points in my eyes. Пират, летучий голландец. Watch the ceiling fan. Ты залетел не туда. Окей, давайте, я не знаю, что это за котик, но это немножко, знаете, на что похоже? Это похоже на игру Battle Block, театр, вот серьезно, вот чем-то похоже, да, и рыба, я не знаю, может, чему-то еще тоже отсылка, я не в курсе. О, удочка, попробовать половить рыбу на магнитик, и что? И ничего не получилось, да? Ничего не получилось. Удочка точно с секретом. Так, может это какая-то плутоний, может перец на удочку. Неверно. Так, что у нас еще тут есть? Клоунская бабочка, зубы, пустой стакан, плутоний. Using everything with every... Ой, все, я пытаюсь. Нет, окей. Тихо. Зубы. Нет, ну ладно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Уинстон и Иган. Ghostbusters. The last person I saw at the bottom of a bottle like this was Ronald's father during Christmas dinner with all the relatives. That hair would turn even Amy Winehouse pale. Да, у него, кстати, веселый, очень достаточно веселые волосы. Так, пошли на мексиканца пьяного посмотрим. He's lucky that alcohol induces sleep. Тянется. А жена Франкенштейна? I remembered her different. На самом деле. First of all, dead. На самом деле, зовут самого монстра не Франкенштейн, а доктор. Доктора так зовут, который его сделал, да, по сути. И если это жена Франкенштейна, то он себе сделал, на самом деле, монстра не мужика, а женщину, да? А? Понимаете? Ну, короче, тут интересно. Ладно, у нас тут есть проход куда-то. Давайте пойдем посмотрим. What the fuck is Govenant? Check this out. We have guests. Let me welcome you to my little gloomy abode. В моем мрачном обители. For you, author of this video game, from now on you can count on my unconditional hate. Nice to meet you. My pleasure, believe me. Поверь мне. Мама. Так, что у нас за отсылки? Явно это отсылка к Гитлеру, явно. Только здесь специально сделали крест, чтобы не было фашистской свастики. Так часто, кстати, завуалируют этих нацистов. Вместо того, чтобы их свастику рисовать, просто крестик рисуют. Вот, что у нас тут? Какие-то пики, меч,
Так, откуда этот меч? Это вряд ли Экскалибур, но не знаю, на что он похож, кстати. Кстати, голландец, это не ты, крюк такой? Старые вещи, мозг, может быть, это, кстати, отсылка к чему-то, мозг в банке. Ведро с чем-то, с какой-то жижей, отбойный молоток. Это что это? Полароид? Где тут полароид? А, вот полароид, господи, я тут смотрю, полароид, думаю. Ну, это очень какой-то старый полароид, боулинг. О, мастер чиф! Мастер Чиф. Да, кстати, написано, шлем Мастера Чифа. Прикольно. Я не знаю, какой-нибудь тибериум, трубы ржавые и какая-то броня, я не знаю, боеголовка, мегатонна, да? Так, что тут вообще есть? Тут есть мозг, посмотрим. It's so grim and wonderful that I could stay here staring at it for hours. What does the label say? A, B, normal? A, B, normal? Так, если узнали отсылку, напишите. Я вообще что-то в душе не читаю. Что за Норман? Нормал? Что? Флаг. Что? A faithful reproduction of the rebellion flag in Metal Slug. Metal Slug! I can't stand this. Точно! Too many memories. Сколько воспоминаний? Точно! Я думаю, где я видел? Metal Slug! После же этой игрушки стали вот так примерно изображать нацистов. Metal Slug! Это офигенная игрушка, ребят. Ууу, какая она зубодробительная это была. Так, чё тут? The best way to arouse a hipster. Так. Boogie, let's hypothetically accept that I get closer to the shadow. И что? Yes. Well, should I be afraid for my safety? Not at all. I will gladly take care of your soul. Мне кажется, там какое-то милое создание. Или Чешир, вот из Алисы в Стране Чудес. Так, я подходить, так понял, не буду. Мозг? I finally found something to give you for your next birthday. Он подарит мне мозг на день рождения. Он подкалывает нас. Absolutely not. Among us nerds, there's a code of honor. Кодекс чести. Ну, про Чифа я не знаю, что ты скажешь про Чифа. Who doesn't know Master Chief? And no, I'm not talking about the cooking talent show. Так. I don't think it's a good idea. Ладно, давай-ка посмотрим. And now even the last of my secret fears is coming alive. А поговорите с ним. Come closer. I can't hear you from there. I just remembered, I have an urgent meeting to attend. I have to go. Так, ну подойти, соответственно, мы не можем поближе, тут что-то вытекает. Что у нас есть, может, осветительное? У нас батарейка есть, причем три батарейки плутоний. Ну, вряд ли плутоний светится во тьме. I can't see how. Так, вот так? I'd rather keep... Давай, а ну попробуем, на. It's not a flashlight. Это не фонарик. Я в курсе, что это не фонарик, но мало ли. Так, перец вряд ли. Так. There's something... Да? Ну, ладно, я найду что-нибудь осветительное, например, как включить эту лампочку, я приду обязательно, бабайка, эх, я только заметил, как классно перевели, бабайка. Так, ладно, что у нас еще тут есть? Мы там, кажется, еще в одном месте не побывали. Да, мы наверх не заходили, ёк. Господи. Да, Гумеру придет конец. Кега с пивой. С пивом. Буря сблизится. I can't walk around with a keg of beer on my back. Но я могу, допустим, взять вот это и вот так сделать. Come closer. Так, у меня есть пивко. Пивко можно с чем-то объединить? Everything... I'm running... Я пытаюсь. Worse than Mick... Нет, ну ладно. Фрэнк, давай, мы, мне кажется, этих персонажей вообще ни с кем не болтали. Да. Так, извини, ты меня звал? Sorry, were you calling me? Are you Donnie? My name's Skinny. They told me the guy was a bit mad, but now I've had enough. Mm-hmm. И зачем он тебе нужен? I know it's none of my business, but can I ask why you're looking for him? Are you Donnie? I already told you my name's Skinny. Then mind your own business. Он чисто ищет Тони. Что такое урод? I can do anything I want, and so can you. Ага, понятно. Can you tell me what you keep saying? Nonsense I need to say to learn that crazy Donnie. He seems to love a good public rambling. Try using a mouse trap. You're not funny. Who said I'm trying to be? Кто сказал, что... Так, ладно, вот. It's really fun around here. I think it's deadly boring. With extremely loud music, people dancing or getting hammered with beer. Jeez. Фу. Very original, huh? Так оригинально. Чем тут еще можно заняться? What else is there to do around here then? I'd personally prefer quieter places. If I were you, I'd go to Roswell Pond or the beach. I even saw a complete lunatic who said he invented a time machine. Time machine. Do you believe in time travel? Не. I wouldn't know. I've never thought about it. It seems like nonsense to me.
Он мне дал маячок на карте. Прикольно. Зачем ты надел этот костюм? Why are you wearing that stupid bunny suit? Why are you wearing that stupid skeleton suit? Ну, это не костюм. Forget it. Окей, ну ладно, до свидос. See you later, Playboy Bunny. Playboy Bunny. Лохан. Лиси Лохан? Я думал, лохан. Окей, Морфеус, дай мне таблетки. He must have a very bad case of photophobia. Photophobia. Storm is coming. Good evening, how's it going? My name's Skinny. Вообще насрать. At last. Welcome, please. Come. Куда садиться? I suppose you haven't noticed there's only one chair, right? You see... You may have spent the last few years of your life looking for me, but I have spent my entire life looking for you. Actually, we just met. Not that I have any objections, but I don't think you'd be my type anyway. This is your last chance. After this, there is no turning back. I thank you. Decline your offer and move on. Знаете, мне сейчас такая идея пришла, которая наверняка очень многим приходила идея, когда смотрели Матрицу, соответственно, да, когда Морфеус дает ему две таблетки, и типа, одну ты проглатываешь и идешь дальше работать, вторую ты проглатываешь, и ты все осознаешь, понимаешь, что теперь твой мир не изменится. И что если на самом деле Нео проглотил таблетку с каким-то цианистым калием и сдох просто-напросто, и все это его там представление о мире его угасающего разума. Очень весело, но нет, не очень. Радужная, да? И оптимистично. Что с вашими глазами? Nothing. I know why you're here, Skinny. I know what you've been doing. I know because I was once looking for the same thing. Mirror lenses, rimless sunglasses, limited edition. Что? Why are you reciting the Trinity lines? The answer is out there, Skinny. They're incredibly cool. Ну, да, прикольные очки, соглашусь. Не очень веселитесь. Really yes, like remember, all I'm offering is ничего the truth, больше, понял. Come on, cut it out and tell me. I forgot my pill. Кек? Pill. My blue pill. Blue pill. Ah. Ему, может, ему голубую таблетку притащить теперь надо? You should really try to relax a bit, if I may. Do you believe in fate, Skinny? Do you believe? Here we go again. No, I don't. Answering with something relevant for a change? Why don't you believe in fate, Skinny? I don't like the idea of being born just to be killed by a plum. Да, это как-то грустно. And right at the beginning of puberty, by the way, without even having time to experiment, so to speak. Ну да. Так. What are you doing around here? А что ты делаешь вообще? It's not important. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. Ну, не совсем. Мы не Нео. But it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Please go pick up some girl, like all the normal people. They'll see you won't think about it anymore. I can't. Я не могу. Голубая таблетка, все дела, да. Окей, ладненько, удачи тебе. Now I've really got to go before I go mad as well. And we'll be screwed if at least one of us doesn't remain sane around here, right? Так, у нас ничего голубого нету. Ему голубая таблетка нужна. Вот тебе на красную таблетку. Can you be more specific? Окей, разговаривай. Да, да, да. Я здесь. Подойди, подойди. Так, чё, с этим, с диджей? Am I wrong, or is he the alien that got lost? Look at Grandpa. Так, окей, поболтаем. Congratulations! Great music! I don't think he can hear me. Так, а так можно, у нас рупор есть, а ну? Congratulations! Great music! Вообще ноль. О, норм! Уу, давай, давай! Да и все, это ничего не изменило, да? Я думал, это хоть что-то изменит. А что, еще раз? Может, еще раз, а ну? Congratulations! Great music! Три раза сделаем, мало ли это что-то изменит. Но нам класс показывает. Может, это надо, чтобы нам диджей класс показал для кого-то? Чтобы он должен видеть это. Ничего не меняется. Да, ничего не меняется, одно и то же делает. Но запомним, что он может такое делать, значит, это для чего-то пригодится. Ладно, пошли. I'm here, come closer. Нет, не пойду я ближе. Кстати, пивка не хочешь? Пивка для рывка.
Морфеус. I wouldn't know what to do. Понятно. А ты пивка не хочешь? Ну, ты просто тут стоишь чуть-чуть. Полон бреда. Окей, что у нас еще есть? Пароход. О, господи. И вот там наверх еще есть, да? Инвалидное кресло. Может поправить хотя бы? Someone must have reached dangerous levels of delusion here. Тут столько то ли крови, то ли вообще не пойми чего. Так, что ты об этом скажешь? Видо If I weren't an expert on special effects, I'd swear it was real. Peter Jackson's got nothing on you. Чо? Cut it out. One cut wasn't enough for you? Touché. Touché. Ладно. Ух ты, мы куда-то забрались наверх, и тут пьяненький. Be quiet, or my husband will hear us. Кек. Попугай-предатель. Что у нас тут? Ой, прикольно. Отсылочки такие классные. Узнаете, да? Узнаете наверняка. Ну, тут понятно. Так, что, господи, тут кто-то очень быстро раздевался, тут что-то затопило. Куча наград и... Мужик в тыкву блюет. Шикарно. Не очень хорошо выглядит. Может, ему дать что-то? Может, ему пивка для рывка, а ну? Sometimes you positively surprise me with your sadistic attitude. Своим садизмом, да, я такой. Может, перчиком? The use of the map. Я просто пока не знаю, что это. Любовное письмо. А, кстати, у нас карта же есть, ё-моё. У нас дали нам что-то типа отметки, куда бы нам лучше наведаться. Это я сейчас здесь, да? Я не хотел. What? Do you know what's round, soft and juicy? Что это? No, stupid. A nice child. How many times have I got to tell you? I'm done eating children. I'm a fruitarian now. And what the hell does that mean? I only feed on fruit, and just the ones that fall from trees to the ground. You won't last more than a week. You'll see. You're really the black sheep of our family. Ну, понятно. Тут сразу уже понятно, я случайно переключил, тут у нас куча отсылок, первая же отсылка, наверняка все узнали. Пишем обязательно. Как же этот цветочек зовут? Я думаю, вы узнали. У нас фонарик есть, наконец-то мы можем взять фонарик и засветить этой чупакабре, которая там прячется. Конечно же, у нас пришелец из старой игры Галага, или Галактика. Опьянить от любви, а может сюда картинку, вот эту штуку? You are aware that this request makes no sense at all, right? Love captured forever in undying memory. At least until they cut down the tree. Just the ones that fall. Блин, я бы с ним хотел поговорить, но давайте вернемся лучше сначала, потому что мы явно ушли от места, куда лучше было бы прийти. Кстати, можно еще по идее, да, стаканчик взять. Давай попробуем. Да, мы еще стаканчик взяли, то есть это почти бесконечное. А так, мы вот здесь не закончили, да? Тут, ой, тут много всего. Шапка. Мы шапку взяли. Ё-моё, мы куча всего... Что? Какие-то волосы мы... Желтые волосы. Так, зачем нам желтые волосы? Нет, ну ладно. Что тут еще есть? Читать, книга. Ух ты! Блэкджек. Блэкджек, Джейк Блэк, интересно. И Югли. Ху, Биошок, прикольно. Спрайт, это понятно. Что тут еще, какие-то отсылки пиццы. Всякие, тут, наверное, куча-куча интересных имен. Хобо Фрэнк, Мобиус Марв. Это, может быть, разработчики какие-то или что-то. Коблпот. Освальд Коблпот, серьезно? Узнали отсылку, ребят. Освальд Коблпот. Ну как можно не знать? Пишите отсылку сразу. Я узнал лично. Вот, а вот вы. Дженкинс Лерой. Лерой Дженкинс. Серьезно? Офигенно. Это крутые отсылки. Слушай, вообще. Матерсон, Дуглас Матерсон, я не знаю. Может, актер какой-то. Мэд Макс. Мэд Макс. Тут куча всяких штук. Барон Ред. Ред Барон. Ред Барон, не знаю. Тим Тернер. Тим Тернер? Серьезно, из пиратов? Да ладно, очень круто, очень круто, куча отсылок, блин, тут всякого такого можно понаходить, это обалденно, Уолтер Блэк, Барт Пиксел, прикольно, не, ну реально, слушай, это реально забавно, а ну читать, что? Rocco's Hotline, 80-69-69, hot, naughty, courteous,
Может, это все запомнить надо будет? Cave Johnson's shower curtains. 206-002-456. Mm-hmm. I hope at least these are not a lie. Так, что у нас тут еще? Читать. Express courier. 24 hours, 7 days a week. 00-84-58-901. Доставка какая-то. All packages must be impact-proof, water-repellent, and the contents must be clearly indicated outside the box. Hmm. I could pack up the wardrobe and ship myself to Ronald's new house. Ну, кстати, да. Кстати, очень-очень-очень правильный вариант. Ладно, пойдем. Что тут у нас еще есть? Открыть. Подглядывать. А ну, подглядим. Вот я за мужиком подглядываю, который моется в протекающей хрени. И он нас увидел. Так. Смотри, смотри, смотри. Damn, I'm out again. А не. А мы ему должны что-то принести или что? А я могу отсюда вообще выйти? А, я могу выйти. Фу, фу, я думал, я вечно смогу. Постучать? Can I come in? Go away! Ronald gets mad when I knock on the door while he's in the bath too. I don't know why everyone got so crabby. А ну? Better not bother him again. А я не смогу ничего ему дать, типа у меня ничего, него пивка. And this would be the best you can do? Ладно, 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 все, все, все. О, галстук. А могу я галстук забрать? Мне может пригодиться галстук. Вот, шикарно постучать. I may have removed the tie from the doorknob, but the fact of the matter doesn't change. А я не могу, да? I may have removed the tie from the doorknob, but the fact of the matter doesn't change. Ну да, да, это не меняет того дела, что там. Быстрее в шкаф. Ладно, что тут? Опа. О, плотоядное растение. Прикольно. Кальмар, и в нем... Вы поняли, да, что тут происходит? То есть в него втыкают перья, чтобы быть... ну, чернила добывать якобы. Ну, ну, это такое себе. Плотоядное растение, это понятно откуда. Нарисовали скелеты в стиле... Серьезно? Серьезно? В стиле этого... Господи, господи, как этого художника-то зовут? Пикассо, Пикассо, да. Ведьмак. Ну, ведьмак. Это, ведьмак — это фото. Вот за это спасибо большое. Штучечки у нас Симса, да? Вот, картины каких-нибудь моряков. Это немножко располневший, побывавший у бабушки Чарли Чаплин. Это понятно, что у нас Быстрый Джонни... Что за Быстрый Джонни? Я, честно говоря, не знаю, что за Быстрый Джонни. Книги на потолке. What the fuck? Кто сделал? Зачем руль? Туалет? Что? Когда писаешь, типа, музычка идет? Что? It's a case of a completely useless object. Я тоже согласен, что без... Guitar solos with P-strums. P-strums. To release the indestructible inner boy. Прикольно, прикольно, прикольно. А что у нас тут еще? Больше ничего. Ну, Джон, посмотрим на Джона. The best interplanetary delivery man. He even seems less sleepy than usual. Не знаю откуда. Узнали, ребят? А, кстати, здесь он... Он рука его как бы, он знает. A life in space spent slacking off as much as possible. He must have been acknowledged as a contemporary hero. Ну, он как будто может с нами говорить, но не хочет. You've seen too many Lupin the Third episodes. Люпен? Я не знаю, кто такой Люпен. I'm definitely not a military forces expert. My knowledge stops at Gunnery Sergeant Hartman. К сожалению, я вот не в курсе. Так, у нас есть скелет. Привет, скелет. Waiting for the Half-Life 3 release. Right in the feels. В самое сердце. Listen, friend, in this video game there isn't room for two skeletons. Don't say a word, or I'll make you regret being dead, okay? Ну, он молчит. Good boy. Растение? What nice sharp fangs. Так. Would you be so kind not to eat me? Ты можешь не есть меня, пожалуйста. Окей, да, я-то вроде бы везде побывал. Именно в этом здании, да. Может быть, можно как-то еще взаимодействовать. Но я хочу сделать очевидную вещь, да. Я, естественно, хочу пройти в этот чулан и воспользоваться фонариком. Вот. Естественно, вот так сделать. Вот. It's already loaded. Так, и вот так. What the hell? Что... Там пацан. Серьезно. Это пацан. Это просто пацан. Ему не надоело здесь сидеть? Серьезно, это просто пацан. Так, я могу забрать полароид, я так понимаю, вообще, на изи. Мэри это заслужил такой. Так, что у нас тут за ссылки? Звезда какая-нибудь, я не знаю, это может быть отсылка практически к любому, но, скорее всего, к Марио, да, отсылка, когда там звезду берем. Born to Kill.
Прикольно. Цельнометаллическая оболочка и так далее. Что, движок какой-то, я не знаю, что свернуть. Что это? Прикольно. 31 октября что-то. Что-то будет происходить. Ну, это же типа Хэллоуин, да? У нас как раз это хэллоуинские дни сейчас. Это постеры для хоррор-билли-концерта, который будет проведен сегодня в старом цементаре. Мой брат не хотел никакой интерференции для его партии, так он тор down as many as he could. The whole neighborhood was practically wallpapered with them. Нам дали еще одно, разблокировали место еще одно. Ну, давай с тобой поговорим. He has a bright future ahead of him. You're having fun, eh? Tyler didn't want me in the way, so he closed me in here. I had to do something to fill all this time. Tyler? My older brother. He's the guy who arranged the party. I was bored, so I thought it would be fun to scare anyone who walked into the storage room by mistake. If I was in your shoes, I would have done much worse. Ну, да, на самом деле прикольно. Не, прикольно, слушай, куча-куча классных отсылок. Но нового я здесь больше ничего вроде бы не увидел. Но эта штука прикольная, да? Ладненько, на этом, наверное, сегодня закончим. У нас тут что, появились, по идее, новые какие-то места, да? Возможно, что где происходит. Какие-то отметочки или что-то в этом роде. Мы были здесь, мы были в этой серии вот здесь, да? Вроде бы как все исследовали. На следующей серии пойдем, допустим, сюда, либо сюда, либо сюда. Посмотрим. Чё к чему? В первую очередь, считаю, лучше понабирать все возможное, что можно набирать, а потом уже решать головоломки. На этом мы сегодня закончим. Что? Опа. Серьезно? Оно светилось, или я случайно на нее нажал? Кек. Вот это прикольно. Ладно, на этом мы сегодня закончим. Огромнейшее спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте. Не хочешь это делать. И не забывайте, что все мы обалденные парни и девчонки. Всем скыдыщ!